В Северо-Казахстанской области установили 11 новых трансформаторных подстанций и заменили 33 километра электросетей. Модернизацию провели в рамках инвестиционной программы. На эти цели направили свыше 870 миллионов тенге. Впервые в регионе внедрили автоматизированную систему учета энергии. Теперь контролерам не нужно ходить по домам и сверять данные счетчика. Показания будут фиксировать компьютеры. Он же сообщит о замыканиях и хищениях электроэнергии. Для потребителей это повышение качества электроснабжения, повышение качества электроэнергии, которую мы ей поставляем. Кроме этого, здесь при замене голого провода, то есть сечением 16-25 квадратов, был применен СИПК с сечением 50 квадратов. То есть это позволяет повышать нашу пропускную способность по этим линиям. То есть потребитель бытовой имеет возможность без дополнительных затрат увеличить свою потребляемую мощность.